Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Вот такое мартовское утро. Нас уверенно засыпает Южный Урал. Вот такая у нас весна. Вчера вечером только весь снег почистил. И вот он снова. Летит, летит, летит. Ну что, друзья мои, будем чистить. Вот сколько на соседской крыше насыпало. Посмотрим, что там у нас на улице творится. О, вот такие горы снега у нас. Засыпает. 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 Вот огромные кучи. Ну что, приступим. Работа начинается. Вот ведь что насыпал. Ну, сантиметров 10 точно. Ну, работаем, работаем, работаем. Ну, вот так вот. Как говорят, глаза боятся, руки делают. Снег я сгреб. Вот такая у меня толкалка. Ей я сгребаю снег в куче. Вот этот вот поменьше. Ей я с теплицы снег скидываю. Сейчас пойдем в огород. Скинем снег с теплицы и начнем вывозить. Вот сколько его. Да, сыпет, сыпет и сыпет. Жестко, жестко в этом году нас засыпает. Ну ничего, справимся. Вот, прочистил траншею, дорожку к теплице. Ну, снега не лишнего, ветром сдувает, но все равно надо скинуть. Работаем, работаем. Вот, голубь прилетел, пока один, ждет, когда я его покормлю. Подожди, дружок, сейчас маленько поработаем, курочек перегоню в теплицу. И покормлю тебя. О, красавчик, красавчик. Знаю. Опа. Ну, прилетел совсем рядышком. Ну, ладно. Вот он снова сел на свое место. Ну, подожди. Скоро тебе будет завтрак и обед. А мы, друзья мои, работаем, работаем. Ну, а у нас начинается новый этап. Вот такая у меня, как ее назвать, я даже не скажу, приспособление для вывозки снега. Сам я его делал. Ну, покажу, как это все работает. Обыкновенно просто. Так раз. Так раз. Видите? Ну, сейчас лопаточкой докидаю немножко. И поедем. Но сперва надо у двора дорожку очистить, чтобы легче вести было. Работаем, работаем. Ну а погода тут совсем экстремальная становится. Засыпает и конкретно. Вот я очистил дорожку. Сейчас буду возить. Все равно надо. Вот такая куча у меня уже громадная у двора.
Вот все потихоньку очищаются. Ну, работаем, друзья мои, работаем. Ну что, друзья мои, поехали. Вот так у нас на Урале мужики с утра спортом занимаются. Зарядочка, хорошая зарядочка. Несколько тонн надо вывести. Ну, не тонна. Тонну-то точно. Со всего двора. Ну, вперед. Вперед. Ну, вот так вот. У нас идет работа. Вот только я уже очистил. 10 таких коробушек я вывез. Ну, погодка вроде успокаивается. Вроде солнышко выглядывает. Но мы пойдем отдохнем маленько. Посижу у компа. Посмотрю своих друзей. Идем отдыхать. И продолжим. Так, курочку подгоняю в теплицу. Ветер не стихает. Но денек разгуливается. Такая вот у нас красота. А мы пойдем работать. Вот такой молоденький голубок. Голубь. Ну, дождался, а? Давай. Питайся. Сил набирайся. Ну, мы пойдем работать. Что-то ты сегодня один. Ну, прилетят сейчас. Они быстро чувствуют, где еда есть. Ну вот, пол двора очистил. Пойдем сейчас на улицу чистить дорогу. Вот так у нас чистят дороги с утра. А мне вот такое предстоит занятие. Посмотрите, ветер не стихает, метет. Ну что, за работу. Вот так вот, эх, что, погода. Ну, работаем. Ну вот, друзья мои, очистил я дорогу у своего дома. Посмотрите, сколько снега. Вот мой палисадик. Практически с метр. Такая вот куча у меня у двора. Впечатляет, да? Ну, высотой уже больше 2 метров. Вот утром проехали. Сперва проехал трактор. Потом, значит, проехал КамАЗ. И еще раз трактор. Вот так у нас чистят дороги. Очень радует это. Ну вот, друзья мои, метель немного стихла. Посмотрите, какая картина. Такое небо голубое. Ну, красота. Быстро, друзья мои, видео смотрится. Но не так быстро снег чистится. Ну все, очистил. Погода вроде установилась. Ну, по прогнозу, значит, еще на 3 дня такая погода. После 15-го морозы обещают до минус 15-20. Ну, и потом уже придет весна к нам. Дождемся. Вот так.
как бы погода нас не испытывала, как бы зима не старалась показать свой нрав, точнее не зима, а весна, а все равно весна идет. Вот обед, время, и вот они копели. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мною, поработали мы так у нас на Южном Урале. Такая весна, где-то цветут цветы на юге, а мы боремся со снегопадами. Ну ничего, придет и к нам весна. Ну всем пока, всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Берегите себя и своих близких.